Друзья, всем привет! Вы на канале «Питомник собак», и от нас начинает уезжать, помните, рожденные в Анапе щеночки Чихуахуахуахуа. Это у нас уезжают первые детки Капы, да? Нет. Чоки? Чокина. А, первые уезжают Чокины, хотя они родились на неделю позже. Ну что? Ну, ясно. Так, стрижка как каточка в дорожку. Так, Ян, мы начинаем смотреть, кто это? Девочка. Девочка от Чоки и Лео. Угу. У нее есть кличка? Нет. В какой город она уезжает? Пермь, по-моему. Пермь? О, 3 дня будет ехать. Ну да. Ничего себе, ну давай. Сейчас мы ее помоем тоже. Да, да? Дай ты мне этот палец. И отправим. Что ты мне последний палец не даешь? У нас рекордсмен среди чихуа по отрастанию ногтей, это Чипа. Да, очень быстро растет. И вообще, только вроде подстригла, они опять не удлинились. Ясно. Ну, давай показывай нам красоту, чтобы все смогли рассмотреть, пока вот мы... Вот она скользья, вот такая хорошенькая. Пока мы ее не намочили. Такая скользья маленькая, такая хорошенькая. Девчулька, такая прям, хвостиком смотри. Прям такая мыся. Так, Ян, ее быстро зарезервировали? Угу. Кто успел, тот успел. Красава. Нравится тебе, да? Мне все нравятся. Зубки хорошие? Угу. Отлично. Она левовая, да, Ян? Как папа Лео? Лео подпал. А подпал, да, он есть небольшой. Но у нее не так ярко выдражено. Или просто на длинношерстных. Мы тут недавно рассматривали короткошерстных. А нет. Ну, нет, это что-то подпал. Ну, да. Мы будем, короче, ее мыть, ребята, в обычной раковине мы решили. Не будем в ванне нагибаться, будет удобнее. Это я, в принципе, чихов в раковине мою, потому это что в ванне неудобно. Это что-то новенькое, Ян. Мы еще никогда не мылись в раковине. Ну что, маленьких щенков мы постоянно в раковине же моем. Ну, кошки не снимали, наверное. Перед отправкой, да, не мыли, но да, как куча у меня чихов. Не, ну когда ты, да, растут щенки, ты там что-то моешь, но я никогда не снимаю. Ты немножко, конечно, в шоке. Сейчас она весь пух спадет, и она будет маленьким худым дистрофиком. Почему худым-то? С чего она должна быть худым? Ну да, она не худая, да, у него оптимальный вид. Ну, я думаю, она сейчас таким совсем будет с обводышем, когда мокрая будет. Нет. Это значит, со шпицами. Со шпицами, да, пута. Они такие шерстяные. Это шпица, когда намочишь, там от этого шарика ничего не остается. Да. А мы же сказали, ничего не изменилось, да, он лапи шпицы. Вытяжка, не шпицы, мы сказали, пластик. У нас, скажи, и нету такого шарика шерсти. Как у шпицов. Чтоб мягонькая шерстка была, да. Губкой полоснуть. Нет, не сопротивляйся. Я же говорю, главное полоснуть. А голова-то сухая еще. Ты что скажи голову-то? Да, если был бы у меня баночка для чихов, мыть, ага, было бы удобнее. Но мы с тобой смотрели, что есть. Производители делают ванночки для маленьких собак. Как раз бы здесь хорошо смотрелось. У нас есть уголок. Ну, когда-нибудь будет. Тем более чихов становится все больше и больше. Да. Так что. С другой стороны, что вон раковина есть. Ну а что еще надо? Ну понятно, что кран мешает, да. Так бы шланг маленький был бы. Давай тебя в ватежку запакуем. Вот скользья. Все, я побылась. Вот она скользья. Вот. Ну такая девчулька.
чудо. Удивления нет предела. Ладно, дорогая, едь в Пермь. Пусть у тебя там все будет хорошо. Я уверен, что ты счастье и радость будешь для своих хозяев, от которых мы ждем фото и видео в твоей жизни в новом доме. Пока, замечательная красотка. Чмок. Ну вот, друзья, собираем дорогу. Что-то туда положил уже. Корм для чихуашки. И положим с собой вот подарок Канегата. Корм для щенков. Небольшой пробничек. Возможно, понравится хозяевам, да? И брошюрку. И брошюрку давай положим. Здравствуйте, передаем привет из города Пермь. Хотим сказать большое спасибо за нашу малышку, за доставку, за организацию всего-всего Георгии и Яне. Большое спасибо за ваш питомник, большое спасибо за отчеты, за видеоотчеты, за фотоотчеты. В общем, мы всем очень довольны, прививки поставлены. Щенок приехал здоровый, чистый, все отлично. Доехали, все хорошо, еще раз спасибо. Друзья, всем привет! Сегодня мы отправляем теперь сынульку Капы, нашего легендарного Платошу. Смотрите, как он изменился с тех пор, что вы его, наверное, не видели. Вот он такой замечательный мальчик, все такой же очаровательный. Смотри, такие у него глаза. Ян, посмотри, какой у него взгляд, да? Умный. Ясные глазки. Вот, ты вот его зажал, что у него ушки зажались. Зачем ты его наглаживал? Ну, он на руках. Вот, вот так, намного лучше. Вот такой он на самом деле красивый. Вот. Ян, куда Платоша уезжает? В Екатеринбург. Ничего себе! Ну, Урал! Как далеко! Ну, будешь уральским парнем. Ян, расскажи, красавчик. Расскажи, почему ты в итоге от него отказалась? Ну, ты хотела сначала себе... Я выбрала другого, у меня другого, что я купила мальчика. А, ты другой мальчик теперь есть. Я ж купила мальчика. Ясно, ладно. Других кровей. Ясно. То есть много моих кобелей не надо. Как с булями ты говорила, что лишние. У нас их и так много. Да, кобелей будет в питомнике меньше. Проще повязаться, куда-то съездить, правда? Нет. Нет? Своего тоже надо? На своих достаточно. На свои замечательные? Ладно, давай начинать его мыть. Угу. Моем опять в раковины. Но он уже покрупнее, чем вчера девочка мыла. Ну, покрупнее, да, но все равно. Он уже под... Нет, залезает под кран так же. Чего это мне так мокро стало, да? Чего это, скажи, мне так мокро стало? Теперь попу надо помочить. Вот. Ой, скажи, что творится, что творится, что творится, что творится. Интересно, Ян, как думаешь, оставит ему кличку Платоша? Не знаю, ему идет. Да, мне кажется. Можно Тошей называть. Да. Можно Платошей. Посмотрим, узнаем у хозяйки. Ну, вы-то уже в конце видео, наверное, мы напишем к моменту отправки, мы, наверное, уже будем знать, он доедет до Екатеринбурга, и новая хозяйка скажет, какую она ему кличку даст. Оставит или поменяет. Что ты на стройку смотришь? Ты что сделала? Грудку мою. А он сам встал на задние лапы. Под на подставочке. Ясные-ясные глаза. Дай тебе другую букву. Вот этот. Он тоже левого подпалый, да? Он левовый триколор. Ага. Начинается. Больше я с тобой на эти темы не разговариваю. Дай, ну пожалуйста. Чихуахуа нету триколора. Да с чего? Можно по-другому сказать, трехцветный. Ну что, все? Да, все, закончим. Сейчас. Вытираться? Бальзамчиком. Бальзамчиком? Ничего себе. Ну, у нас же собачки-то не краткошерстные. Представляешь, нам написала на днях компания, корейская, производитель. Шампуни для груминга. Возможно, нам пришлют подарочки. Ну, когда пришлют. Ну да, было бы классно. Прям такой, прям супер-супер все профессионально. Скажи. Все, вытираемся. Замочились, скажи, все. Вот такой. Все, парниша, едешь в ЙКБ. Чудо. Чудо. Ушко пока. Чудо-юдо. Все, давай, присылай фотки, видео из нового дома. Ты очаровательное существо. Поздравляем твою хозяйку. Самого красивого парня себе забрала. Правда, Янка? Да. Замечательного. Просто красавчик. Красавчик, джентльмен. Все, хорошей тебе дороги. Ждем фото и видео из нового дома. Пока.
Пока-пока. Пока. Пока-пока. Короче, наш мальчик научился подниматься сам. Ну, с положения лежа, да, он так? Да? Ты теперь сам умеешь сам подниматься? Считай, что почти сел. Сам умеет сидеть. Вот. Только что лежал, уже вот так сидит. Молодец. Рад? Давай улыбнемся. Самостоятельный, деловой. И на ножках он, кстати, очень здорово, когда его чуть-чуть надо придерживать. Он так уверенно на ногах всем весом стоит. Чуть-чуть его придерживай, чтобы не шатался. А еще тетя Аня научила его делать ежик. Она ему показывает так вот. И он повторяет. Ну-ка давай. Как ты морщишься? На секунду сделал. Вот такого ежика мы умеем делать. Да. Ну, друзья, несколько дней меня не было дома, так приятно вернуться домой. Смотрите, какая красота. О, все коты сразу пришли ко мне. Мама, кошка, кот. Давайте я расскажу, чем сегодня занимался. Здесь покосил травку, видите, красиво у нас будет. Вот, рыжий кот еще один. Ну и вот, смотрите, здесь у нас, помните, в прошлом году было совсем плохо. Ну, ребенок был маленький, не до газона было. А теперь все покосили, газонокосилку сегодня завели. Все почистили. Вот. Так что все, в этом году будет здесь красивый газон, потому что очень красиво здесь, конечно. Площадка такая, лужайка. Здесь должно быть красиво. Вот наши юки здесь. Я все очистил. Потом Яна мне не дала косить газонокосилкой, потому что она знает, где у нее какие посадки. Вот такая красота. Вот, юки. Это уже так тепло. 15 градусов. Вот фонарики до сих пор светятся с прошлого года. Помните, ставили? Вот красота. Здесь тоже ну, пока поставил, приготовил. Может быть, будут какие-то красивые растения. И уже пошел сюда косить. Здесь у нас зона выгула чихуашек. И начал здесь косить пока. Все же потемнело. Но выкошу. И смотрите, как красиво цветет миндаль. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Котик рыжий, мама кошка. Котик рыжий, мы зовем его Васька, а того белого рыжего зовем рыжий, потому что он первый был рыжий. Это их мамаша. А это миндаль. Красивый, правда? Вот, друзья, такие цветочки миндаля. Красота. И пахнет вкусно очень. Ну, а там уже закат. На сегодня все дела, все. Можно ложиться спать.